Всем привет, с вами Игорь. Сегодня такое не очень веселое видео будет. Ну, сами знаете, что сейчас происходит в Украине. Вообще, я думал, даже не думал снимать это видео. Подготовил там совсем другое видео. Ну, еще до начала этих действий, там про панельки солнечные. Вот, заказал я гибкие, они уже пришли. Но это уже выложу в следующем видео. А сегодня хочу проинформировать вот своих зрителей, кто меня смотрит, что сейчас происходит в Украине. Просто поинформировать по факту, что происходит. Политики здесь никакой не будет. Так что, кого интересует политика, вранье, лицемерие, блеф, ну, ведь я считаю, вот политика, вот это для меня это и есть, вот это вот, что я перечислил, то переходите сразу на какие-то другие каналы политические, смотрите там. Вот, никаких закликов тут не будет, лозунгов, ничего такого. Просто проинформирую, что сейчас какая ситуация в Украине вот на третий день этой войны. Вот, и потом немного о духовном. Вот почему-то об этом сейчас мало говорят, но я считаю, что это самое главное в жизни человека. Ну и в моей жизни это точно. А что, как говорится, на сердце, о том говорят уста. Поэтому сегодня вот так будет. Итак, вторжение произошло с трех сторон. С трех сторон Украины. Это со стороны Крыма, в Одессе там что-то взрывалось, стрелялось. Ну, точные новости я сейчас не буду пересказывать. Это все на Ютубе есть. Смотрите там, если вас это интересует. Потом с восточной стороны тоже залезли. И со стороны Белоруссии. Почему-то это было неожиданно. Вот. В Чернобыле там тоже сейчас что-то воюют, бои. Там тоже вроде говорят, что Чернобыль отвоевали. Другие говорят, что он сейчас в руках россиян. Ну, не знаю, точно не знаю. Смотрел там видео в Ютубе есть, я же говорю, смотрите. Новости всякие есть. Вот. В Харькове тоже слышал, что воюют, стреляют, бои идут. Вот. Ну, тут, где я живу, это Черкасская область, тут вроде все спокойно. Ну, как вроде, там есть у нас в лесу воинский склад какой-то с оружием, там, то его вроде бы бомбанули. Вот. Ну, я слышал это, я даже сам это слышал, утром так аж дома даже услышал, в доме внутри, и собака так загавкала сразу, аж испугался мой пузя от такого звука. Вот, я на улицу выбежал, ну, уже ничего не слышал. Ну, потом сказали, что это вроде бы что-то бомбанули этот склад. Но это тоже так не точно. Короче, стреляют по всей Украине и даже на западной. Вот, как, что ни странно, как это ни странно, даже достают ракеты до Ивано-Франковска, где-то там. Аэропорт, кажется, в Ивано-Франковске разбомбили ракетами. То есть даже там неспокойно, как бы охватили всю страну вот эти вот все такие неспокойные действия. Вот такие вот новости на сегодняшний день. Короче, хорошего мало. С населением что происходит? В гражданском смысле. Ну, паника, все боятся, все едут в село. Вот, с городов как бы убегают, ну это и правильно, в городе понятное дело, что самые такие первые мишени это города или, ну даже не города, наверное, а сначала военные какие-то части, центры, склады, оружие, вот такое вот, стратегические объекты, ну и города тоже попадают, города, потому что там, ну, понятно, скопление населения, концентрация там, вот. С селами пока что, ну вот у нас в селе все нормально, вот, так что, ну, как бы ничего такого. А вот паника, паника, да, паника есть, люди все скупают в магазинах, там, продукты. Вот я ходил в субботу, по себе говорю, не буду даже говорить, там, с новостей, бо новости, знаете, как это, там врут, там не врут, там правда, там неправда. Я вот у себя в селе не смог купить. Объездил много магазинов, ни спичек, ни соли. Вот спички и соли разгребли все, но такой вот дефицит, я считаю, он искусственно сделанный. Вот, потому что они есть, это эти спички и соль на складах, там, в Черкасах есть это все, но просто склад закрытый, база,
и это все не подвозится. Ну, я думаю, что это разрулится в ближайшие дни и начнут опять подвозить. В остальном, в принципе, все есть. Ну, с хлебом еще тоже проблемы есть. Вот, купил, еле-еле купил буханку хлеба. Хлеб, который привозят, очень мало. Его разметают буквально там за полчаса, за час весь хлеб. Так что купить хлеб сейчас у нас это проблема. А в остальном там магазины все есть. Там еще макароны, крупы люди много берут. Ну, в принципе, есть. Я вот, ну, не купил я там то, что хотел. Ну, купил там колбасы. Там еще что-то купил, ну, что было, то и купил, в принципе. Ну, и хлеб тоже как-то случайно попал на хлебинку, так и взял. Вот, вот такая вот ситуация. В принципе, ну, каких-то там голода нет, нищеты нет. Доллар, конечно, полез немного вверх. Вот, был 28, сейчас уже вроде 31 гривна доллар. Подскочил так, ну, не сильно, но тем не менее... Вот, вот такая вот ситуация. Ну, то, что вот паника. У людей паника, люди боятся, поэтому скупают эти продукты, затариваются. Ну, непонятно для чего. Вот эту соль зачем скупили. Ну, что соли стали больше есть или что ее не будет. Ну, я вот это вот не могу понять. Вот, ну, вот как-то так получается. Но я как-то даже не об этом хотел сегодня поговорить, а о духовном, о чем именно. Вот, ну, представьте себе, ну, я вообще человек духовный, считаю себя таким духовным, верующим, вот, и я даже не верю, даже неправильно было бы сказать, что я верю, я знаю, что мы сделаны, мы сотворены и поселены на этой земле, понимаете, вот, ну, было бы наивно и глупо утверждать, что все это, что мы наблюдаем вокруг себя, вот эта чудесная природа, вот это все, это случайность какая-то, как они там говорят, эволюция возникла. Ну, вы сейчас поймете, к чему я клоню. Вот, это в результате эволюции, случайностей каких-то за миллионы лет, там вот это все возникло. Это глупо. Почему? Вот немного фактов для тех, кто считает, что мы продукт случайности, да, то есть эволюции. Откуда вот это вот все взялось? Вот посмотрите на нашу планету и посмотрите на все остальные планеты, которые, например, там в нашей Солнечной системе, даже уже исследуют другие планеты из других солнечных, там нет жизни, понимаете, нет, там даже бациллы несчастные не могут найти, там вообще ничего, там просто какой-то грунт, песок, камень или металл, глыба льда или что-то такое, там нет ничего, и вдруг вот такая вот жемчужина в космосе летает, как наша планета, она просто кишит жизнью, кишит и говорит, что вот это вот все возникло случайно в результате миллионов лет каких-то комбинаций случайно возникших, да, что там в результате, ну, каких-то соединений случайных клеток, ну, это тоже говорит, что, например, вот у меня есть самосвал и кирпич, да, и я вот буду возить миллион лет кирпич и высыпать его, да, высыпать его в одно место, надеясь, что какой-то там миллионный или миллиардный или триллионный раз высыпанного кирпича у меня случайно сложится дом. Понимаете? Случайно сложится. Вот это то же самое говорит, что это все случайно появилось. Ну, никогда этого дома не получится. А дом, это наша планета, это и есть наш дом. Это прекрасно созданный, продуманный. Вот именно, что тут мы видим продуманность, да? Мы не видим случайность, какой-то хаос, выживание наше. Есть все. Нас сначала нам сделали эту планету, да? Сначала сделали нам творцы наши. Наши творцы сделали эту планету, обустроили ее, организовали все. Водоснабжение, воздух, очистка, земля, все родит. Живи только. Потом они поселили здесь человека, чтобы человек не выживал, не мучился, а радовался жизни. Понимаете? То есть мы поселены. Вот еще один аргумент. Посмотрите на все вокруг. Вот в Библии, как говорится, да, тоже. Творец, или Бог, или как хотите, так его и называйте, виден через созданное им. То есть мы смотрим на то, что он создал, и видим его. Это логично, это, я не знаю, как это может быть неочевидно. Вот мы смотрим, например, на дерево, что мы видим? Это конструкция, в первую очередь, это конструкция, это идеально продуманная конструкция, это совершенная конструкция. Логично заключить, что если есть конструкция, значит есть и конструктор. Кто это все продумал и сделал? Посмотрите на своего кота, собаку,
Что мы видим? Мы видим совершенное абсолютно создание. Ему не надо тому коту еще один хвост, или еще одна лапа, или еще какие-то зубы дополнительные. Он все идеально слышит, видит и вполне себе может прокормить, словить себе мышку и все такое, защититься. То есть тоже, посмотрите на свое тело в конце концов. В конце концов на тело посмотрите. Это тоже идеально продуманная конструкция. Это биомеханическая, можно сказать, конструкция, этот скелет, все расположения органов. Ну все говорит о том, что мы созданы. Мы кем-то продуманы. Вот еще один, до мельчайших деталей продуман. У нас глаза даже, вот посмотрите, глаза у нас сверху. Они не на коленях у нас глаза или в каком-то другом месте. А сверху, почему? Чтобы мы дальше видели. То есть видим логику создания вот этого всего. Видно, что это все продумано. Еще один аргумент. Генетическая информация, да? Вот все развивается, размножается по семени своему, да? Семя имеет все. Деревья, люди размножаются благодаря семени. И все, животные, все размножается. Но кто придумал, заложил первую информацию, генетический код, это еще генетическая информация, да, как говорится, в первое зерно всего. Вот первое зерно человека, там, первое зерно там, пшеницы, вот эту вот информацию. Кто придумал это? Кто заложил эту информацию? Информацию природа, вот эта вот сюрреалистическая какая-то, говорят, природа сделала. Эволюция. Кто такая эволюция? Кто такая природа? Деревья? Как это деревья могут что-то создать? Понимаете? То есть откуда взялась эта информация, благодаря которой размножаются все организмы, размножаются на уже миллионы лет, ну люди пускай там не миллионы, тысячи лет, но тем не менее, все, откуда эта информация взялась, вот в семени пшенички, там бурьяна, нашем, остальном, вот это информация, понимаете, это, ну, вот эти все факты говорят, что в той же Библии говорится, что нет оправдания людям, которые говорят, что нет Бога. Вот, ну что Бог, Творец, виден по всему тому, что мы, нас окружает. Поэтому оправдания таким людям нет. Вот, и вот представьте себе, вот мы живем, как мы сейчас живем, до чего мы дожились. Мы созданы были, да, поселили нас на этой земле. Вот какая цель была Создателя, когда Он поселил нас вот здесь, вот на земле. Ну, я вам примерно веду, да, вот вы сделали, например, какой-то механизм, что-то создали, там, телевизор, пускай, систему какую-то сложную. Какая ваша самая главная цель? Чтобы оно просто существовало. Оно работало и существовало, чтобы оно, вот то, что вы заложили, вы надеетесь на это. Мы, человечество, это тот же самый проект создания наших создателей, понимаете? И первое, что они хотят, вот цель их, то есть, чтобы мы существовали, просто мы были, этот проект, чтобы существовал. Человечество на сегодняшний день этот экзамен не сдало. Не сдало. Оно, ну не хочет оно существовать, оно не хочет работать, как я только что сказал, вот этот вот, что вы там придумали, система, телевизор, инвертор какой-то, оно не хочет работать, оно не хочет быть, оно жить не хочет. Какой-то вот такой вот суицидальные наклонности у этого человечества, у этой цивилизации. Хочется уничтожить себя и вот эту вот всю планету, вот вечно что-то придумывает, посмотрите, да, постоянно. Вот, ну, люди не хотят мирно жить вообще никак, нигде. Вот. Ну ладно, там возьмем мы раньше, там не было этих технологий, да, там рубались топорами, мечами, там, луками, ну там сколько там можно убить. Но сейчас, благодаря технологиям, можно одним нажатием кнопки испалить все. Все, не только человечество уничтожить, но и всю Землю, товарищи. Всю Землю, как живую планету, единицу, вот эту жемчужину, которую делали много, долго делали, для нас готовили. Вот это вот неблагодарное человечество может это все теперь сжечь. Вот. Все полностью, сразу. Вот. Вот теперь, смотрите, вот я вам объяснил, да, как теперь смотрят на нас, смотрит на нас Творец. Вот кто нас это все задумал, поселил, чтобы это все было, это все существовало. И вот мы дошли до вот такого вот уровня, когда мы можем все убить. Вот есть даже вот эти вот часы, интересный такой момент.
в Нью-Йорке они там висят, часы апокалипсиса, да, они сейчас показывают что-то там без несколько минут, без двух минут 12, то есть конец, без двух минут. Почему? Там и, они постоянно их передвигают, вот эти вот создатели, они анализируют всю ситуацию в мире, учитывается не то, что там только ядерный потенциал там или какая-то угроза, все, экологическая катастрофа учитывается, пандемия даже, и они потихоньку переводят их на несколько секунд, к этому 12, понимаете? То есть это уже и так понятно, что это случится. И вот ну, смотрит вот Творец на вот эту вот землю, вот сейчас представьте себе, он смотрит на эту землю, на это творение, на свое человечество, на свой проект, и что он видит? Что он видит? Люди поделили всю землю. Вот, вот зачем ее было делить? Вот посмотрите, разве снимок со спутника там что-то поделено? Там ничего не по... Ну, посмотрите карту. Возьмите, откройте карту. О, вот это кусочек, это моя земля. А вот это твоя. А вот здесь вот, вот тут сюда не лезь. Вот это вот здесь вот такая вот страна будет. Все разноцветное, да, все с идеально очерченными границами там все. О, поделили землю. Вот люди, ну, ну это же детство какое-то духовное. Это детство. Ну, я не знаю, это дети все равно, что в песочнице там вот делят вот это, вот, вот это мой горшочек с песком, ты его не трогай, а вот это мой, вот здесь я играюсь. Ну, вот примерно то же самое. Зачем делить? Потом, соответственно, раз появились границы, страны, надо создавать армию, чтобы защищать свои границы. Вот я сделал армию, будешь лезть ко мне, мы тебе сделаем, ай-яй-яй. Вот Творец это все видит, понимаете? Вот что ему думать? Вот это вот человечество, ну, это ж какой-то бред, понимаете, это, ну, в нас вроде бы вложили разум, да, как в начале Библии, создадим человека по образу и подобию нашего, понятно, что это духи, вот это духи, да, то, что нас создавали, это совершенно другая форма жизни, иная, она ни в чем не нуждается, у него нет тела, это духи, поэтому не по виду мы созданы, а по внутренним качествам. Вот таким, как любовь, милосердие, там, ну, вот таким вот качеством. Вот это образ и подобие надо понимать. Вот. Чтобы мы их проявляли. Но мы их не проявляем. Тем более, ну, мы их не проявляем, потому что нам дали свободу выбора. Мы можем их проявлять, а можем не проявлять. Понимаете? Вот. И что мы видим, и что он видит теперь, вот, до чего дожились люди. Экология уничтожается, природа. Вот эта ветка, которую мы пилит тоже, человечество, пилит, пилит ветку под собой же, пилит, пилит, оно допилит ее, понятное дело. Вот, и вот Творец вот видит, что это человечество, это цивилизация, он пришел вот к такому, я думаю, выводу, что оно не перспективно. Понимаете, а вот это вот, оно не перспективно, то есть оно не хочет работать, ну, как механизмами, ну, не хочет существовать. Оно хочет все уничтожить. Определенные люди или большинство людей хотят все уничтожить. Себя, человечество, всю планету в целом, все сжечь. Что ему делать в такой ситуации? Что ему делать в такой ситуации Творцу? Вот он видит, что вот это человечество не перспективно, оно не будет жить, оно не будет существовать. В конечном итоге, даже если не случится ядерной катастрофы, может быть там одумаются, может быть, хотя я не знаю, то экологическая нам точно обеспечена. Точно обеспечена экологическая катастрофа. Это уже даже в этом никто не сомневается. Это просто вопрос времени. 10, 20, 30 там лет, ну, 50, ну, все равно это случится, и Земля станет непридатною до життя. Непридатною. Совершенно. Вот. И что делать Творцу в этой ситуации? Естественно, что в Библии говорится про Армагеддон. То есть Творец, наши Творцы, они просто уберут вот этих вот квартирантов неблагодарных, вот, то есть эту цивилизацию, это человечество с Земли, чтобы вот это вот человечество, этот проект, не уничтожил все остальное, то есть даже живую Землю, как единицу, как планету, а это вполне реально. Вот, кстати, даже сейчас, вот, вам не кажется странным, что буквально в последние 200 лет вот такой вот рывок прогресса, да, такой вот технологический прогресс пошел. Буквально последние тысячи лет люди ездили на конячках,
там возделывали землю мотыками, когда там немного упадок, немного прогресс. Вот средние века, мы знаем, был упадок, кончилось время моей камеры. Вот. Потом пошел опять прогресс после средних веков, темных, как говорим, мрачных средних веков, да, потому что там вообще был упадок в Европе страшнейший, еще хуже даже, чем в Римской империи было. Культура и духовность, и вообще развитие. О, ну вот, вот эти вот 19-20 век, вот такой вот скачок, можно сказать. Все вот так вот развилось. Вот мне это кажется странным. Мне кажется, что нам помогли с этими технологиями. Опять же, оттуда, сверху. Вот, ну, потому что, ну не может оно так. Тысячи лет на конячках ездили, и тут за 200 лет уже космические корабли, мобилки, расщепление ядра и все такое. Ну как это так, такой рывок? Нам помогли, я думаю, чтобы ускорить этот весь процесс экзамена. Дали нам, детям, в духовном отношении, можно сказать, спички. Вот. То есть сейчас вот, человечество, оно почему-то духовно не развивается. Оно развилось технически, да. Технически развилось, но духовное развитие, наверное, даже еще хуже, чем во времена, там, какие-то, я не знаю, 2000 лет назад или 3. Мне кажется, тогда люди более были духовные и верующие, чем сейчас. Сейчас это вообще полностью капут, понимаете? Вот, и чтобы ускорить вот этот весь процесс, до чего же доживется человек. То есть эти технологии, естественно, можно использовать на добро. Можно добро использовать, это однозначно. Но почему-то все они используются в первую очередь на зло. Ну, каждое изобретение, каждое практически, сначала используется на военку. Почему так? Чтобы для уничтожения себе подобных. Да, на военку. Потом уже там думают, как пристосовать это к людям, там, пилочки какие-то сделать. Ну, то же самое расщепление ядра. Что сделали первое? Атомную станцию электрическую или ядерную бомбу? Конечно, бомбу. И так везде. То есть, опять же, человечество, я же говорю, не сдало экзамен на выживание. И вот этот вот Армагеддон, который прогнозируется в Библии, это будет просто уничтожение вот этой вот цивилизации. В принципе, люди сами себя начнут убивать, но наши творцы, творец, он просто ускорит этот процесс, чтобы как бы не мучилось оно, не мучилась эта цивилизация. Вот. Ну что, как мы видим, ничего хорошего с нее не вышло, и перспектив с его точки зрения, ну, нет никаких. Вот когда читаешь Библию, вот все это такое, основную линию ее понимаешь, пророчества вот эти вот все, то нет, понимаете, ну, цивилизация это обречена, он просто придет этим Армагеддоном, ускорит этот процесс, ускорит, чтобы, ну, меньше люди мучились. Это не будет выглядеть так, что там у людей все получается, там все хорошо, люди все настроили, там ООН добилась, весь мир на всей земле, все растет, нет нищеты, голода, болезней, все. И вот пришел Бог со своим Армагеддоном. Нет, и все развалил, вот я вам сделал. Нет, это не так будет выглядеть. Это будет выглядеть наоборот, как акт милосердия. Понимаете, как сострадание, как освобождение от мук. Вот так оно будет выглядеть. То есть у людей ничего не получается. Вообще ничего. Понимаете, какую проблему мы не копнем, любую проблему возьмите, вот социума, общества, людей, страны, да какую угодно, экологическую проблему, социальную, какую хотите. Мы всегда при детальном рассмотрении, докапывании до корня этой проблемы, будем подходить к тому, будем упираться в причину этой проблемы, это человеческая жадность, эгоизм, гордость и ненависть. Вот, вот, это причина всех проблем. То есть, в природе проблем нет, понимаете? Без человечества все бы жило и все бы существовало. В природе нет проблем, все настроено. Солнце каждый день сходит, светит, водичка капает с неба, поливает, травка зеленеет, все растет. Проблем нет. Проблемы делают люди сами себе и окружающим людям. Вот это непонятно, это неестественно, это необъяснимо, это ненормально, но так оно и есть. Проблемы создают люди сами себе и окружающим себе.
Сдало экзамен человечество? Я думаю, нет, с точки зрения Творца. Вот, поэтому, видя вот все такое, еще раз повторюсь, которое творится на земле, вот эту вот духовную малолетство, это молокососство духовное, да, что люди вот никак не хотят жить в мире, не мириться не хотят, не беречь природу, вот, ничего вот это вот. Что остается Творцам нашим, Творцу? Вот этот проект припинить, ну, окончить по-русски, да. Вот, так что будет другой проект. Это все я не сам придумываю, это все из Библии. Вот, вы можете сами ее читать, исследовать. Вы придете к таким же самым выставкам, выводам, как и я. Вот, не надо думать, что мы вот сами себя здесь, мы хозяева на этой земле. Вот, за нами никто не следит, нас никто не контролирует. Что хочу, то и делаю, это моя земля. Я здесь вот это вот хозяин. Не, так не будет, так не будет. Человек это никто, понимаете, это прах, как говорится в той же Библии. С праха ты взят, в прах ты и пойдешь. Никто сюда не родился, даже жмений земли никто не родился, чтобы сказать, что вот это вот моя земля. Я ее купил, там гектары у меня, мое, вот это вот все, понимаете. Вот, ну вот так вот я вижу ситуацию, и мне кажется, что так оно и будет. Вот. Так что перспектив, вот вывод такой можно сделать, перспектив никаких у этого цивилизации человеческой нет. Эта цивилизация уничтожит себя в конечном итоге, уничтожит всю эту землю, всю эту живую прекрасную планету. Но в Библии тоже говорится, что этого не случится, потому что Бог сделает Армагеддон. Вот, и уберет вот этих злых людей, которые пока они еще не уничтожили вот его вот эту вот жемчужину прекрасную планету, вот этих вот плохих квартирантов. Это мы не хозяева на этой земле, не думайте. Не, мы просто квартиранты, мы неблагодарные квартиранты, даже можно сказать. Особенно злые люди, которые вот так вот по-скотски относятся к природе, там, наживаются на ней. Ну, опять же, какую проблему мы не возьмем, все упирается. Любую проблему, с животными проблему, экологией, даже вроде бы не касающуюся. Вот. Мы придем к человеческой жадности, опять же, как проблема, как источник, как причина всех проблем, да. Жадность, эгоизм, гордость, ненависть. Вот это и все. Понимаете? Вот это и все. Вот, об этом я и хотел вот поговорить, так что, но надежда все-таки есть для каждого из нас, потому что каждый будет отвечать за себя все-таки. Как ни крути, судить нас будут там по отдельности, вот, а не всем скопом. Я считаю, что это справедливо, правильно, вот, и мне это нравится. Так что, вот так вот оно получается, товарищи, да. Перспектив этой цивилизации нет. Ну вот, все, что я хотел сказать, наверное. Ладненько, пока. Всем до следующих видео. Пишите, что вы об этом думаете. Следующее видео уже будет про панельки.